Всем доброго времени. С окончанием всех, всего целого месяца праздником всех. Я Александр Малко, доктор классической медицины как хирург и доктор ресурсной медицины как ее основатель, тот, кто ее двигает. То есть я являюсь инициатором целого направления в сфере здоровья, которая называется ресурсная медицина. Ссылка на наш сайт в описании к этому видео. Все можете посмотреть, почитать. Ресурсная медицина – это про то, что организм наш с вами создан Всевышним и может обновляться, если ему помогать. Если не помогать, у него появляется болезнь. Болезнь появляется сами по себе, просто если вы даже ничего не делаете. А чтобы быть здоровым, надо реально что-то сделать. И делать это каждый день, потому что регенерация в организме происходит постоянно. И вопрос в том, в каком качестве она происходит. То есть, как вы на это прямо влияете? Знаете ли вы что-то про регенерацию? Знаете ли вы, например, что 90% клеток в нашем организме, а их несколько триллионов, вот 90% они умирают за год, и за их место рождаются новые. Регенерируют и мозг, и сердце, и почки, и все. Хотя совсем недавно считали, например, что мозг не регенерирует, сердце не регенерирует, почки не регенерируют. Сегодня это все уже доказано, что есть регенерация, только она может быть медленная, не быстрая. И вот вся идея ресурсной медицины о том, что человек отвечает за здоровье, все должен сам. По поводу болезней, по поводу критических ситуаций, он идет, человек идет к врачу, который знает в болезнях. Врачи в здоровье не понимают. Вот просто баннер хочу, чтобы вот вы себе поставили и поклонялись этому баннеру 3 раза в день, пока вы его не поймете, что врач классической медицины абсолютно ничего не смыслит в здоровье, потому что врач учится как врач болезней. И для этого он в первую очередь занят диагностикой болезней. И когда врач находит болезнь, он ее пытается отравить ядами, которые называются лекарства в правильной дозе, и это правильно. Или же, если не получается отравить, он более агрессивно пытается воздействовать на болезнь, например, облучить, вырезать или что-то еще другое. То есть врачи разбираются в болезни, в здоровье врачи не разбираются. Вопрос про вопрос сегодняшнего нашего прямого эфира. Он классический, его повторяют постоянно. Я на него отвечаю уже 15 лет. Отвечаю одинаково, ссылаясь на авторитетные источники, любые сайты, если вы откроете медицинских клиник, если вы откроете простую Википедию, там по поводу миомы матки написано, в принципе, все верно. Если вы сходите в библиотеку медицинскую, если вы откроете медицинские книги, то вы начнете понимать, что врач, кроме того, что он в здоровье ничего не понимает, он пытается часто врать, лгать, манипулировать или угрожать своему пациенту. Я говорю как врач, проработавший в классической хирургии 15 лет. Врачи, я не говорю все, но часто лгут, манипулируют, угрожают и вводят в состояние страха человека. С какой целью, это другой вопрос. Но речь не об этом. Я отвечаю на вопрос, который задала Ирина Лоченко. В группе «Задать вопрос доктору Малко Александру». То есть мне есть такая группа, ссылочка на нее есть. Переходите, смотрите, присоединяйтесь, подключайте своих родных, близких, чтобы вам не бояться болезней, не бояться врачей и самое главное, понимать, что же делать для здоровья. Потому что Ирина задает вопрос про миому и прикладывает документы. Кстати, Ирина, прошу, как и всех, когда вы выкладываете чьи-то документы, закрашивайте, затирайте имя и фамилию, это корректно. Не надо выкладывать данные человека, если он вам доверил документы. Ирина спрашивает вот про женщину, я так понимаю, клиентка, у которой женщины есть миома или лейомиома, еще там фибромиома, в зависимости от анатомии, неважно, это узлы доброкачественные в матке у женщин. Достаточно распространенная проблема, которая по некоторым данным может занимать 70 и больше процентов женщин взрослых, фертильного возраста и в менопаузе.
И вот Ирина спрашивает такой вопрос. Женщина год назад делала УЗИ, сейчас переделала УЗИ, и за это время она делает вытяжение позвоночника, то есть пользуется ресурсными способами оздоровления, напрямую на матку не воздействует, а врач запретил лежать на оборудовании. Что делать, если врач запретил? Вот что делать, если врач запретил? Первое, мое, первое. Не верьте врачам по умолчанию. Вот просто все люди на планете Земля должны перестать верить тупо врачам. Или слепо, или тупо. Иногда слепо, иногда тупо верят врачам. Я не сказал не верить врачам, а перестать тупо или слепо верить. То есть поддавать мнение врачей критике всегда. Почему? Ирина выкладывает два документа. Прошлый год у женщины миома, левый миома, узел больше, чем сейчас. То есть узел уменьшается. Это первое. Потому врач уже врет. Второе. И я даю ссылочку на Википедию. Когда вы открываете Википедию или сайты клиник, хороших клиник, хорошие клиники, гинекологические ведут сайты и много пишут про миому, пожалуйста, откройте. Вы прочитаете черные буквы на белом фоне о том, что тепло и массаж к появлению и к распространению или росту, прогрессированию миомы не имеет вообще никакого отношения. Там ни разу не упомянуто слово тепло и массаж. Ни разу. Вместо этого во всех статьях четко, понятно пишется, от чего бывает миома. А в некоторых статьях очень подробно пишется. Первое. Миома или лейомиома – это гормонально зависимый процесс или болезнь. То есть сначала у женщины происходит гормональный сбой на уровне А – мозг, стресс, перегрузка, недосыпание, работа и так далее. А потом вот эти сбои влияют на нижние женские органы, где, собственно, происходит вот этот процесс развития миома или лейомиома. По этой причине, что гормональный сбой первичен, во всем мире для консервативного лечения лейомиом-миом применяется в первую очередь гормональный препарат. С какой эффективностью? Не буду вас нагружать. Сходите на сайт Всемирной организации здравоохранения и посмотрите, насколько консервативное лечение миом эффективно. Я знаю, что очень низко. Потому второй этап лечения таких женщин – это хирургическое удаление миом различными способами или агрессивное, там, инвазивное хирургическое через сосуды и так далее. Не важно. То есть эффективность лечения миом в общем-то в медицине классической во всех странах мира очень низкая. В ресурсной медицине мы показываем шикарные результаты самоизлечения женщин от миом. Когда женщина понимает не про болезнь, а про здоровье, и понимает о том, что сначала у нее сбой произошел здесь, и потому надо здесь что-то сделать, мы учим этому на первом курсе программа здоровья головы и шеи для женщины, включая и психотерапевтический модуль тоже. Вторая женщина понимает, что если миома, узел, завелся, то в организме есть иммунитет, который готов удалить. Только иммунитету надо помочь. Удалить вот этот ненужный узел. И женщин мы учим работать с иммунитетом. Это седьмая сессия в первом курсе. Третье. Мы женщин, девушек обучаем, как вообще способствовать хорошему здоровью вообще женских органов внизу. Например, есть такая задача в этих органах правильно, в правильном направлении, синхронно сокращаться. Например, матка должна правильно сокращаться. Если она неправильно сокращается, это дискинезия матки, которая приводит, например, к болезненным месячным, затруднению, потом появлению спаи, хронические воспаления, слабость родовой деятельности, выкидышей. То есть мы и этому тоже обучаем, говоря про здоровье на первом курсе Университета ресурсной медицины. Ссылка на наш сайт есть в описании. Итак, я рассказал все, что хотел, коротко, жестко. Вы меня обязаны критиковать. Все, что я сказал, подвергать сомнению, перепроверять
и только тогда принимать решение про свое здоровье. Потому что здоровье человека нужно исключительно самому человеку. Все другие люди, даже если родные и близкие, то они могут содействовать вашему желанию, но они не могут вместо вас хотеть и что-то делать. Последнее, что скажу, что за свое здоровье нужно думать и чего-то делать про это каждый день, потому что каждый день вы свой организм перегружаете. Он живет непростой жизнью, например, начался день, перегружается у вас мозг, глаза постоянно работают, суставы стираются от движения, хрящи, пищеварительный тракт загружается едой. Это все ваше ежедневное издевательство над своим организмом. Ну, оно естественное такое вот по жизни. Мы так привыкли жить и думать, что это как бы хорошо. Точно это приводит к хаосу в организме. И этот хаос требует ухода. А вот как ухаживать за организмом, чтобы хаос минимизировать и избавиться от болезней, и организму помочь самоизлечиться, мы обучаем на своих курсах на нашем сайте u-hrm.com. Университет Human Resource Medicine, университет медицины человеческих ресурсов, это к нам онлайн. Есть разные курсы, зайдите, посмотрите, напишите мне вопросы, где вы смотрите, и, конечно же, сделайте, если вам понравилось это видео, сделайте репост на свою страницу, перепостите, поставьте какой-то лайк хороший, комментарий оставьте и пригласите друзей в группу задать вопрос доктору Александру Малко. С вами был я, Александр Малко, доктор классической ресурсной медицины. Всем добра, хорошего 2020 года. Он не обещает быть простым, но я желаю, чтобы он был в кайфе, чтобы вы что-то делали и от этого тоже радовались. Пока!